Участников и зрителей ждут интересные вопросы, интеллектуальное общение и теплая атмосфера. Оказаться за игровым столом очень просто. Желающим достаточно собрать команду не более 6 человек и заявить о своем участии за час до начала мероприятия. Здесь сегодня собрались ребята из сельских округов, сельских поселений. Цель игры – это популяризация интеллектуальных игр как форм досуга, а также, конечно, интеллектуальное развитие молодежи. Как известно, интеллектуальные игры, они очень хорошо в этом помогают. Очень интересно, очень много знакомых, встреча с какими-то людьми, которых ты давно не видела. И очень интересные вопросы на логику заставляют мыслить шире.